Отовсюду отфутболивают. Пришедшие в акимат Алатауского района Алматы говорят, что устали обивать пороги разных инстанций и решили идти к акиму. Люди прорвались в его кабинет. Собравшиеся в акимате рассказывают, что 3 года копили средства на депозите в Жилстройсбербанке. Затем подали заявки на конкурс через сайт Баспана.кз. Банк заявки одобрил, но дома в микрорайоне Саялы так и не сдали в оговоренные сроки. Жилстройга барамыз, жилстрой департаментке жиберет, департаментке барамыз, кайтан жилстройга жиберет. Міне біз екі ортада жүрміз, үйіміз, 9 айдан бері қарай. Жаңа квартираға 78 мың төлейміз. Одан жаңа үй алсақ, біз сол үйімізге төлер едік. Жители говорят, что банк в свое время очень торопил их с внесением первоначального взноса. Бір аптаның ішінде асықтырып, құйыңдар, құйыңдар деп, әркімнен қарыз алып шыны керек. Біреуге кредит алғызып құйып едік. Қуанышымыз жана ұзаққа созылған жоқ. Мұны сандалып жүргенімізге 8 айдан асып бара жатыр. Акимат вызвал представителя Жилстройсбербанка. Тот заявил, что банк не контролирует строительство, а работает с документами. Ол үйлер қашан салынып бітіріледі, бізге документ бойынша бірінші желтоқсан айында деп берілді. Желтоқсан айында ол үйлер дайын болды, бірақ благоустройство дейді, коммуникация деген жағдайлар болған жоқ. Сол тарапқа сай олар мамыр айына дейін созды. Купившие жилье в строящемся доме опасаются, что не въедут в квартиры до конца лета. Представитель банка сообщил, что квартиры в этом комплексе ждут около 800 человек. Программу «Нурлы жер» власти Казахстана представляют как доступную ипотеку и выгодную возможность обзавестись жильем по льготной ставке.